Всем добрый день. Очень приятно, что столько еще поклонников есть Высоцкого, не забывайте про него. Мы сегодня раз здесь встретились. И я, как уже сказали, продолжаю оптимистскую тему. И первая песня оптимистская. Я спрошу тебя, зачем едешь в горы? А ты к вершине шла, отвернулась рукой. Летели грусти самолета, видно здорово. Рассмеялась ты и взлетела с тобой. И с тех пор ты стала милой и ласковая. Альпинистка моя, солнце ласка моя. Первым раз видеть пропасть и выкрасивая. Улыбалась ты, стала ласка моя. Мы теперь одной веревкой связаны.